Всем привет! Зачем я вообще его взял? Еще один Golf 2. Конечно, я не хочу еще такой проект начинать, его все разбирать, там делать так много, как на моем главном гольфе. Я это не собираюсь. Но у меня проблема, что у меня есть Golf 3, на котором я езжу каждый день. И он мне как бы проблемки, у него маленькие проблемы есть там. Ну и поэтому я не хочу туда денег больше вкладывать, поэтому я его продаю и беру себе Golf 2, еще один. Он, у него мотор 1.6, 70 PS, то же самое как на третьем, но у него он легче и он немножко бодрее ездит. Да? Только вот единственное, ему надо опять там сделать тормоза, задние, передние, подвеску и заварить все эти дырки. И надо делать техосмотр. И вот для этого только его сделал. Я его быстро сделал, я не собираюсь экстра это видео на него еще делать. Поэтому я так маленький обзорчик покажу, объясню, что я так коротко, что я сделал и буду там еще делать. И больше не будет. Еще одно видео выйдет и все. А дальше пойдет видео про главный проект. Он уже продвигается сильно. Вот не доходят руки сделать видео. Постараюсь это быстро сделать. И ладно. Ну и все. Всем пока. Спасибо за просмотр. И до следующего раза.